Всем здравствуйте, с вами Андроид Андроидыч. Сегодня вышла третья часть хоррора скример, как называется, Five Nights at Freddy. Это является продолжением первых двух частей. По сюжету мы играем за охранника, который находится в помещении и который следит за различными камерами, которые в ней присутствуют. Все очень похоже с предыдущими первой и второй части. Также переключаем камеры и смотрим. Наша основная задача — продержаться до 6 утра. Нам периодически звонит автоответчик. И главное, чтобы выжить, нам нужно сделать так, чтобы игрушки к нам не приблизились. Вот эти игрушки, они будут перемещаться по различным комнатам, и мы должны обязательно за ними следить. А также есть камера вентиляции, можем также переключать. Вот, больше делать ничего не надо. Если честно, я никогда не понимал прикола данной игры, но она очень популярна. Вот. Напишите, пожалуйста, в комментариях, чем вы вообще конкретно вы пугаетесь, почему она вам нравится. Вот. И вот так можем переключать и ждать, пока какие-нибудь игрушки не появятся в объективе этих камер. Я проходил, поиграл перед этим. Были тут некоторые игрушки, они стояли тут, допустим, раз, потом исчезали. Короче, очень страшная игра, но, повторяюсь, я не понимаю прикол в ней.